Всем привет, с вами Паша Снег, 20 сентября у меня сегодня день рождения, и сегодня у нас на обзоре охуенные барские замашки, блять, 980 рублей, вот в таком вот пластиковом боксе, прямо в холодосе, где красная икра, краб Путина, не в курсе, какое именно Путин принимал участие при ловле этого краба, но это хоть как-то объясняет столь высокий ценник. Эх ты, сука, ах. Ебать, очень удобно. А вообще в чем был смысл? Чтобы оно не контактировало? Вываливаем все сюда. По-моему, ребята, это очень аппетитно. Как вам за 1000 рублей? Но воняет тухлой рыбой. Попробуем собственный сок краба. Кстати, вкусно, очень соленый рыбный бульон. Мясо краба. Очень волокнистое мясо, но практически безвкусное. Если не считать просто дохренище вот этого вот соленого рассола из банки. Ну, раз в жизни-то попробовать, наверное, надо было. Для салатного варианта проще реально накромсать мясо кальмара и добавить сладеньких креветочек. А есть его как самостоятельное блюдо невозможно из-за солености.